Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1480. При строительстве железной дороги перемещается грунт. Сколько ездок должен сделать 25-тонный грузовик, чтобы перевести 220 миллионов метров кубических грунта, если масса одного кубометра грунта 2,1 тонны? То есть 1 метр кубический весит 2,1 тонны. У нас есть 220 миллионов метров кубических. Сколько это все весит, неизвестно. И один грузовик весит 25 тонн. И сколько таких грузовиков нам понадобится? Ну, как раз мы узнаем, сколько ездок должен сделать один грузовик. То есть, сколько грузовиков нам понадобится, столько ездок и сделает грузовик. Ну, давайте для начала узнаем, сколько весит 220 миллионов метров кубических грунта. Это у нас будет первое действие. Вторую тонну. И умножим 220 миллионов на 2,1. Можно написать 220 умножить на 2,1, но когда мы будем писать единицы измерения, нужно не забыть о том, что у нас были еще и миллионы. Умножаем 220 на смешанное число. Для этого нужно смешанное число перевести в неправильную дробь. Чтобы перевести смешанное число в неправильную дробь, нужно знаменатель умножить на целую часть и прибавить числитель 2 на 2, 4 плюс 1, 5. То есть получаем 5 вторых. Теперь 220 умножаем на числитель на 5 и знаменатель оставляем тем же, 2. 220 и 2 сокращаются на 2. Здесь будет 1, а здесь 110. 110 умножить на 5 будет 550. 550 миллионов, получается, тонн. Ну, это вес всего грунта, который нужно перевести. И второе действие. Узнаем, сколько же нужно ездок сделать грузовику. Один грузовик вмещает 25 тонн, а у нас 550 миллионов тонн. И чтобы ответить на вопрос, задачи нужно 550, то есть все количество, разделить на 25. Ну и тоже потом, когда будем писать единицы измерения, нужно не забыть, что у нас еще есть миллионы. 550 делим на 25, получаем 22, и не забываем приписать миллионы, то есть 22 миллиона раз должен съездить грузовик туда-сюда, чтобы увезти весь грунт, который образуется лишний при строительстве железной дороги. И ответили на вопрос задачи, давайте запишем ответ. 22 миллиона ездок. И выполнили задание 1480. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.